Селянский обрат засевок прошел на поле колгаса «Радима» Бялинского района. Официальный старт массовым работам на посевной кампании у регионе дадены в присутности керавництва в области и сельских районов. На Могилевщине уже идет сев ранних яровых збожевых и зернебобовых культур. По оперативной информации, засеяно больше за чверть посевных площадь ранних культур. Это нашмат более, чем летось за умов надворья ранней весны. Прыгожий обрат отбылся на поле поблизу агрогородка Вишоу. Колгас «Радима» распочинается у бою. Первый выход у поле тут робить урочисто с уделом керовников из усей области. У засевках брали удел ветераны сельской господарки и яе передовики. Старшиня Могилевского облвыканкама Владимир Доманевский пожадал всем доброй працы и важкого уроджаю. Православный святар благословил работы на земле и сельских працовников. Сяуба у паўднёвых и паўднёва-ўсходніх сельских районах идет полной ходой. До работ подключились и усе остатние. Треба посеять 170 тысяч гектаров збожевых и зернебобовых культур и заработать это у термин до 14-го красовика. У этом есть и отрознение сёлетней сяубы. Намного ранняя весна, мы идем с опережением где-то 10 дней, ну а вообще мы видим, что ситуация и температура уже позволяет для работы. Ну а чем отличается? Ничем, работать надо. Посевная кампания – отказная пора, якая вызначает уроджай. Сёлетний ориентир не менее за 1 миллион 300 тысяч тонн збожжа. Сегодня аграры лишь, что такой выник цалком досягальный, а зимые культуры заховались добро, есть техника и угноение. Теперь справа за доброй працей людей и так само за умовами на дворе.